План, который мы для себя разработали, он в целом сработал. Мы хотели сыграть побольше вперед, без выхода через середину, для того, чтобы соперника поставить в тяжелые условия, скажем так, в обороне. Я думаю, что это сработало, и хороший мяч забили, отличный. Вот. И вообще имели моменты, Кузнецов должен был забивать, на наш взгляд, и Артур хороший момент имел. Вот. А в целом, я даже не припомню соперника, были ли моменты, наверное, подходы, скорее всего, да. Ну, такая игра, знаете, она могла и в ту сторону склониться, и в эту могла склониться, но все-таки мы, наверное, были ближе к победе. И замены, в принципе, сработали. Все как бы получилось вроде как нормально, правильно, а нет победы, да, нужна победа. И ребята это понимают, и психологический какой-то груз, конечно, на них висит. Хотят победить, но не получается пока. Керпс попросил сам замену что-то? Да, у Саши с коленом проблема, он попросил замену, поэтому мы должны были быстро реагировать. Не ожидали этого, потому что совсем были другие планы, хотели поменять нападающих, инсайдов, для того, чтобы впереди еще сыграть поагрессивней. Ну и получилось точечно, начали замены делать, они как бы немножко сбили наш план по заменам. Вот. Будем надеяться, что все нормально будет у него. До последних минут атаковали практически. Ну, желание было одно – забить, да, забить. Поэтому там все варианты уже пошли в ход. И Мареев поднялся. И, ну, не пошло, не заходит. Бывает такое. Ну, что делать? Будем дальше к следующей игре готовиться. Хотим порадовать своих болельщиков, они молодцы, они здорово поддерживают ребята. Ребята об этом сейчас говорили, несмотря ни на что, и на выезд с нами ездили. Мы им очень благодарны за это. Хотим их порадовать, и ребят приложат все усилия для того, чтобы последний матч сыграть и победить. Хотелось бы нам победить, и чтобы они были довольны.